ли березка стояла. Ты кто, поп или рэпер? Можно буду твоей подписчицей? Ты удивишься, если я встану и ты поймешь, что я мужик. Надо шортики немножко принадеть. Вы онлайн-курсы даете или нет? Всем привет, меня зовут Николай Попов, и я играю на гитаре 22 года. В этом ролике я собрал самых красивых девушек с топовыми реакциями, которые попадались мне на стримах в последнее время. Ролик получился один из лучших на моем канале, также я его монтировал полностью сам, без монтажера, потратил кучу времени, так что попрошу поддержать меня лайком и подпиской на канал за старание. Кстати, в последнее время заметил, что под моими видео стало очень мало лайков, поэтому если хотите, чтобы видео выходили чаще, 10 тысяч лайков, 500 комментариев, и я начну работать над следующим роликом. Также начали ходить слухи, что типа хотят снова заблокировать YouTube, поэтому на всякий случай, чтобы не потерять меня, подпишитесь на телеграм-канал, группу ВКонтакте или Яндекс.Дзен. Также в телеграм-канале и группе ВКонтакте я выложил эксклюзивную реакцию, которая не будет в этом ролике, одной из девушек. Ты удивишься, если я встану и ты типа поймешь, что я мужик? Удивлюсь. Тогда не буду. Ничего себе. Это было очень красиво. Мне понравилось. Ставлю 10 из 10. Мне тоже, не знаю, был момент, когда я пыталась это научиться играть на гитаре, именно токийского гуля. Но что-то я не выучила. Ну, выучила, но в более простом варианте, знаешь, без этого всего. Теперь я твоя новая подписчица. Thank you.
так красиво играть. Мне даже захотелось эту мелодию сохранить себе. Что? Я говорю, захотелось эту мелодию сохранить себе. Я говорю, что-то будто бы знакомое, но в тот же момент не знакомое. Нигде не слышали ее. Будто бы слышала, а будто бы и нет. Не понимаю, честно. В новую очень красиво играть. Мне понравилось. Спасибо вам за такое прекраснейшее исполнение. Мне захотелось научиться играть. Я не знаю. А что-нибудь из «Короля и Шута»? Это было три отрывка из «Короля Шута», вот так я решил сыграть. Я поняла, да, я поняла. Ну классно вообще. Хочу научиться играть. Что делать? Вы онлайн-курсы даете или нет? Кстати, у меня сейчас действительно появился первый мой онлайн-курс по гитаре, поэтому если ты хочешь научиться на гитаре с нуля, и неважно, сколько тебе лет, то переходи по ссылке в описании. А ты можешь сыграть песенку, знаешь, типа... Короче, песенка, знаешь, типа, поют нервы, типа, задержи дыхание на миг, ощути, какая глубина. Я нервы знаю только одну песню, могу только одну песню сыграть. Очень классно, знаешь, тебе даже петь не нужно для того, чтобы понимать слова этой песни. Ты как будто играешь, и слова сами из этой песни, ну, из этой гитары вылетают, понимаешь? У меня сейчас, кстати, идет стрим в данный момент. А я меня не видно? Тебя видно? Меня видно. Да. Ужас. Чё про меня пишут? Да ничего, просто пишут, что красивая, да и все. Можно буду твоей подписчицей? Привет. Я тоже умею играть на гитаре. Давай сыграй. У меня ногти. Я на пианино могу. Ну давай на пианино будем слушать. Я могу любую песню сыграть. Знаешь, у меня, короче, моя первая любовь, он играл очень хорошо на гитаре, и он постоянно играл на всех мероприятиях, и мне вот лично восьмиклассницу, ёпта. Я из-за него научилась на гитаре играть, мы уже не общаемся 100 лет в обед, но я очень хотела научиться, и я думала, он бы мной гордился, потому что я умею чуть-чуть ее играть. Так что и ты давай, ебать. Давайте Беливер сыграю. Thank you.
Вообще супер, класс. Подожди, да я угадаю, сколько тебе лет? Ты явно не старше 30 и не моложе 20, поэтому 22 тебе. Нет, не угадала. Больше? Больше. Ты выглядишь молодо довольно-таки, несмотря на свою эту бороду, она всех старит. Я не знаю, зачем вы, мужчины, их отращиваете. Они идут только попам и рэперам. А ты кто, поп или рэпер? То, что тебе она, в принципе, идет. Мне 28. Ты какой-то... Кто ты по знаку зодиака? Ты вообще не эмоциональный дядька. Ну, угадай, кто. Близнецы? По-любому, не? Да, близнецы. Как ты угадала? Я всех мужиков близнецов угадываю. Я сама близнецы. И вы все... Вас, ну, у вас энергетика такая. Я сразу на тебя глянула, думаю, наверное, ну, мы братья. Вот. Но если мы близнецы, я, значит, тоже должен быть эмоционален? Ты, наверное, майский близнец, а я июньский. Нет, я июньский близнец. Когда у тебя день рождения? 14 июня. Ты еще высокий, наверное, под 1,90 м, да? За фристайли что-нибудь? А, это Кализи, Бетховен, что ли? Вот это вот. Есть талант танцевать. Давай, ты хочешь сейчас танцевать? Да нет, наверное. Ну, в принципе, могу станцевать сегодняшнюю святку. Ну, я же тренер по танцам. А, ты тренер по танцам? Ну, давай, посмотрим. Ты сейчас никакой стрим не ведешь? Веду. Ведешь? Да. Нет, я стесняюсь. А тебе донатят? Донатят. А ну-ка, задонатьте ему за мой танец. Ждем. Ты хочешь, чтобы я тебе потом донат прислал, что ли? Нет, я хочу просто, чтобы задонатили за контент. Где донаты? Ребята, задонатьте, и я сяду шпагат. 100 рублей. Ну, давай за танец. Давай за танец. 100 рублей Козлевич задонатил. Это за танец? Говорит, за танец, да. Ой, спасибо большое. Давайте, задонайте еще, и я сяду на шпагат. А мне кажется, наоборот. Давай. Вот, Александр задонатил 100 рублей, говорит, давай. Александр никогда не донатил, и тут Александр задонатил, давай. Или как понять? О. Нормально, нормально. Нормально, так. Next. Пишут огонь, всем нравится. Так, пришло еще 5000 рублей от Козлевича. Че, реально? Спасибо большое! Мне вообще никогда не донатили. Это вообще очень странно. Да. Офигеть, из ниоткуда просто.
Ребят, не забывайте Коле тоже накидывать. Кстати, если хотите, то действительно можете меня поддержать. Ссылки на донат я оставлю в описании. А также можете поддержать меня, купив мой курс по гитаре по ссылке в описании. Я, кстати, после тебя хотела Сесяндру Силиконову таки купить. Как тебе? Почему-то супер. Пацантре, почему-то мои все интересуются. У тебя пресс нарисованный, они песни не слышали. Какой нарисованный? Это настоящий пресс. Это настоящий пресс. Я его 15 лет качаю. Да, а поверни спиной. Надо шортики немножко принадеть. Видно все? Там это, я уже подумал, ты сейчас голая такая прыгнула, я даже, я на гитару засмотрелся, смотрю тут. Ладно, нормально, давай, сейчас. Ну давай, Корянчик, солнышко, побежала. Спасибо огромное. Давай, давай, пока. В опале березка стояла, в опале куталь стояла, люли-люли стояла. Если хотите посмотреть что-то похожее на стриптиз от этой девушки, то я выложил эксклюзивную реакцию с ней, которая не была в этом ролике, в телеграм-канале и группе ВКонтакте, ссылки в описании.